Полиция прикрыла незаконное казино в советском районе. Игорное заведение находилось на улице Тимирязева и предназначалось, как говорится, только для своих. Об этом игровом клубе знал лишь небольшой круг постоянных посетителей. Каждую ночь сюда приходило примерно по 10 человек, которых обслуживали трое сотрудников. Клиенты наведывались поиграть в покер на деньги. Полицейские ОМВД России по городу Челябинску обнаружили в зале 3 стола для игры в покер, фишки и колоды карт. Изъято 3 системных блока и видеорегистратор. Сейчас полиция устанавливает личность организатора незаконного бизнеса. Игровое оборудование изъято.